Состояние мички Марии Бауэр остается тяжелым. Напомню, омские медики уже несколько месяцев борются за жизнь 20-летней девушки, страдающей редким заболеванием саркомой верхней челюсти. Страшный диагноз девушке поставили этим летом. Она уже перенесла 2 сложные операции, 3 курса химиотерапии. Однако болезнь прогрессирует. Сейчас Мария все еще находится в онкодиспансере. Помощь предлагают врачи одной израильской клиники, однако стоят медицинские услуги недешево. В поддержку Марии Бауэр организована группа в социальных сетях и объявлен сбор средств. На просьбу о помощи откликнулись сотни неравнодушных омичей. За несколько недель на счет Маши поступило более 600 тысяч рублей, но этого очень мало. Только за анализы и обследование в Тель-Авиве придется заплатить 1,5 миллиона рублей. Пришел ответ также из Мюнхена. Там лечение вовсе обойдется в 7,5 миллионов. Сбор денег на лечение Марии Бауэр продолжается. Девушка и ее близкие благодарны за любую помощь. Первым делом, конечно, мы сами не падаем духом, так как в данной ситуации руки опускать нельзя ни нам, ни Маше, никому. Поэтому мы всеми силами ищем поддержку у людей. Все-таки мир не без добрых людей. И, может быть, кто-то откликнется.